Это метро. Кэш энд кэрри. А это мы. Знаете, почему мы сюда приехали? Папа сказал, или садись учить уроки, или езжай со мной в метро. И ты, конечно же, поехал со мной. Да, не хочу делать уроки. Лентяй. Но не только поэтому. Говорят, что тут проходит выгодная акция. Если зарегистрировать карту пользователя по уникальному промокоду, то на первые 3 покупки обещают дать купоны на скидку 20%. Покупаешь, например, на 1000, а экономишь на 200 рублей. А ведь можно на 10 тысяч купить. Мы сейчас собираемся проверить, как все это работает. Мы сегодня проверяльщики. Без карты не пускают. Там сначала нужно оформить карту покупателя. Но меня не получилось оформить, я слишком маленький. Пришлось оформить карту на папу. Сейчас будем искать товары без скидок, потому что скидки на скидки не распространяются. Что-то я не так сказал. Пап, скажи, как надо, а я пошел кататься. Скидка по купонам не суммируется с открытыми скидками, но суммируется с бонусами по карте лояльности. Прох, мне кажется, ты понятнее объяснил. Возьмем все самое необходимое. Сахар. А еще туалетную бумагу. Без купона вышло 1516 рублей. После использования купона общая сумма 1183 рубля. Все мы проверили, все работает. Ссылка и промокод будут в описании. Раз, два, три, четыре. Крошка-мен, крошка-мен, ты мне лайк, а я контент. Крошка-мен, крошка-мен, ты мне лайк, а я тебе контент. Спасибо.